Блефаросалфетка – это средство для очищения кожи век. Она используется для очищения как базового, то есть в условиях обычной гигиены кожи век, так и для очищения в условиях воспаления или постоперационном периоде. В состав пропитки блефаросалфетки входит экстракт зеленого чая, гамомелиса, календулы, что способствует не только очищению, но и противовоспалительному эффекту салфетки и обеззараживающему эффекту салфетки. Ее можно использовать в различном возрасте, с рождения и до старости. Хорошо снимает загрязнения, чешуйки, корочки, какие-то гнойные отделяемые, если они есть. Также хорошо подходит для ухода за чувствительными глазами и используется в качестве компрессов. В качестве компрессов желательно использовать блефаросалфетку теплую. Она упакована в индивидуальную упаковку и в этом плане хорошо поддается нагреванию. Вы просто опускаете вот эту одну упаковку в горячую воду, где-то примерно 50 градусов, ждете некоторое время, несколько минут, пока она нагреется, вскрываете и кладете на веки. 3-5 минут держите, после чего убираете, удаляете оставшиеся загрязнения, делаете легкий массаж. А может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе гигиены кожи век и с другими препаратами. Преимуществами блефаросалфетки является не только ее уникальный состав, но и ее стерильность и возможность применения в любых условиях.